изгнаний в Ивантеевском детском доме отмечают концертом и приемом гостей. Сотрудники управления полиции Пушкинской и ГУВД области здесь бывают несколько раз в год. Данная традиция, она уже с годами. Постоянно на протяжении около 5 лет сотрудники главного управления и межмуниципального управления Пушкинского продолжают традицию, поздравляют детей с первым днем знаний, с первым учебным годом. Эта традиция, она живет уже 5 лет. Мы не только Пушкинский район, Северо-Посадский район, Чеховский ездим. Хочется этим детям, обделенным родительским теплом и вниманием, немножко отдать своего тепла, поделиться своими радостями. В обмен на подарки от шефов ребята заставляют взрослых вспомнить молодость и на время собрать портфели. Сегодняшним мероприятием мы получили заряд бодрости, заряд энергии перед началом учебного года. Традиция шефства полицейских над Ивантеевским детским домом будет продолжена. Взрослые уже задумались, какие подарки должен привезти ребятам Дед Мороз. Наталья Соболева, Александр Кабаев, Владимир Безлепкин, Светлана Климова, ИТВ.